Водитель без прав, автобус переоборудован. 67 нарушителей. Водителей рейсовых междугородних автобусов выявили полицейские за сегодняшнюю ночь на трассе Алматы-Екатеринбург. Некоторые случаи полицейских сильно возмутили. Продублируйте всем маршрутам. Всем находиться на маршрутах патрулирования. Всем работать с включенным проблесковыми маячками. Особое внимание обращаем на общественный транспорт. Полицейские вышли на охоту неспроста. За последние дни на трассах в Карагандинской области произошло сразу несколько крупных аварий. В двух из них погибли 8 человек и 15 получили травмы. Спальный место ларга. Руслан Торма? Произведено переоборудование без соответствующего разрешения. В этом автобусе с шымкентскими номерами, который следовал из Астаны в Алматы, вместо сидений двухъярусные лежаки. Но разрешения на переоборудование нет. Мало того, у водителя не оказалось прав категории D, то есть управлять автобусом он не имел права. 25 пассажиров пересадили в другие автобусы, шестерых с помощью сотрудников акимата разместили в хостеле. Мы думали, что это безопасно. Мы через телефон нашли этот автобус. Мы хотели ехать на такси, но не было. А самолет для нас дороговато. Мы обычные люди, а тут было доступно по цене. Мы не знали, что у них нет документов. Мы не против, что вы нас высаживаете. Спасибо, что заботитесь. Главное, чтобы люди остались живы. Автобус полицейские сопроводили и водворили на штрафстоянку. На водителя составили административный протокол. Теперь ему предстоит суд. Только за сегодняшнюю ночь полицейские выявили 67 нарушений со стороны водителей, занимающихся пассажирскими перевозками. Сейчас много смертей на дорогах. В 2023 году именно с автобусами 210 происшествий произошло. В одной аварии умерли пятеро. Вчера снова произошло происшествие именно с такими автобусами и умерли трое. Двое из них – дети. Одному 5, второму 10 лет. Всего за ночь проведения оперативно-профилактического мероприятия выписали 25 протоколов за переоборудование транспортных средств без разрешения, 11 за нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов, 7 за управление транспортным средством, не отвечающим требованиям техрегламента или стандартов. Изъяли 14 госномеров и успели провести профилактические беседы более чем с 1200 водителями. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.